впечатление, очень тяжелый матч. На мой взгляд, наверное, равных соперников и по турнирной таблице мы рядом там, да. И, к сожалению, поле не позволяло ни нам, ни Факелу, наверное, комбинировать. Поэтому пытались упростить игру. Ну, наверное, ничья закономерно. Закономерно. Очко на выезде тоже неплохо. Пожалуйста, вопрос. Как-то специально готовились к этому матчу, все-таки команды идут как бы на одних позициях, прямые конкуренты. Ну, конечно, готовились. Ко всем матчам готовимся. Просматривали? Естественно. Еще раз повторяю, все матчи просматриваются. Не только мы, я думаю, все команды просматривают матчи соперников. Пожалуйста, еще. Игорь Анатольевич, сегодня с первых минут впервые в сезоне ФНЛ вышел Роман Янушковский, который хорошо появился в пенокике. Вот. Вы с ним работаете еще во второй команде. Вот. Что скажете по его дебюту? И может ли он с первых минут чаще выходить уже весной? Ну, сегодня ему доверили, да, он там. Надо посмотреть, там момент был у него в самом начале, там мог он там попасть, не мог, а так сыграл всю игру, старался, молодец, поэтому можно только похвалить. Игорь Анатольевич, все-таки весенний футбол, поля во всей стране сейчас такие, но при этом игры в марте, они решающие. Какой план выхода из этой ситуации? За счет чего можно использовать лучшие стороны команды, чтобы не ссылаться на поле? Поля сейчас везде одинаковые. Ну, наверное, за счет организации бойцовских качеств, желания. Ну, с учетом качества поля, естественно, знали, что будет очень много борьбы, длинных передач. Вот. Ну, не планировали, что мы сопернику позволим более грамотно действовать в первом тайме. То есть развивать атакующие действия более осмысленно, скажем так. Вот. В первом тайме у нас так не получилось. Ну, если считать там, по моменту, то момент с их стороны был так, полувыход. С убойной дистанцией минулой пробил. Ну и момент у нас Бирюков, такой тоже изобидной ситуации. Упростили, естественно, игру. Риск. Большой риск. Что соперник, что мы. Где-то в отдельных фрагментах не хватало и качества передачи при смене направления атаки. Фланги плохо вскрывали. Здесь не хватило исполнительского мастерства. Ну а чтобы продавливать соперника, естественно, нужно добавлять атакующую линию, переднюю линию, среднюю линию. А второй там, считаю, равная игра. С какими-то подходами, с моментами таким. Больше было такого в штатной площади сумбур. А Шакян пока не готов с первых минут? Или это просто его на уставших защитников выпускали? Мы отыграли игру предыдущую с Химками, и действиями Бирюкова были довольны. Поэтому вышел в стартовом составе Бирюков. Насколько вы были довольны? Шакян вышел. Шакян? Один раз коснулся в чужой штрафной мяча головой там. Нет, ну мы разные. Вы видите одно, я видел другое. Я увидел, что он коснулся мяча в штрафной площади и упал, когда надо было мяч сохранить. Ошибку допустил. Второй раз он коснулся, когда не принял мяч, а ударил на свою половину поля. Третий раз коснулся, когда ударил головой по вороту. Конечно, мы надеялись на то, что, во-первых, нападающий тут много было зависело от фланговых подач. Если бы был, наверное, фланговый подач достаточно больше, может быть, я Шакян и смог где-то еще выиграть какую-то верховую борьбу. А то, что не играть с первых минут, ну, у нас многие не играют с первых минут. Прибавлять нужно всем абсолютно. Пожалуйста, еще вопрос. Игорь Вячеславович, по Кузьмину вопрос. Отыграл весь матч. Не планируете в дальнейшем использовать кого-то еще на его месте? Насколько удовлетворяет его игра? Потому что есть позиции. Двигательный объем он прилично делает. Ну, прибавить то, что мы говорим ему на протяжении этого времени, то, что надо прибавить в отборе мяча. И плюс еще, конечно, понимание игры у него достаточно неплохое. Он может играть намного продуктивнее.
Вот в плане борьбы вы сегодня видели, что человек отдавался игре. Прибавлять нужно креативности, вот эту быструю передачу вперед. Бывают ситуации, где нужно направлять, именно от него хотелось бы исходить, чтобы смена направления шла вовремя. Как вообще действует. А так, ну, у нас в обойме 23 игрока, естественно, в любой ситуации. Тренировочный процесс для этого, тем более недельный цикл. Смотрим, анализируем. Я считаю, двигательный объем хороший сделан, неплохой, молодец. Сегодня показался, ну, по крайней мере, первый тайм. Показался, еще раз говорю. Нападающие на голодном пайке находились, то есть мяч у них практически не доходил, то есть середина поля. Я же сказал, что более осмысленно ротор действовал в первом тайме. Где-то мы позволили. Здесь перехват мяча должен совершаться, естественно. И какие-то моменты, с учетом этого поля, что надо было где-то мяч уложить и быстро взаимодействовать. Нам этого не хватало. Были отдельные фрагменты, но это мало.